Здравствуйте, дорогие друзья и зрители моего канала «Жизнь фермера в Сибири». Я рад приветствовать абсолютно каждого на своем канале, и Барсик тоже. Дорогие друзья, вчера почистили колодец, все замечательно, сегодня утром поил, вода есть, и это главное. Сегодня у нас забой продолжается, сегодня снова птица, буду убирать гусей. Ну, перед тем, как убрать, мне нужно отделить своих, кого я буду оставлять на племя, и плюс у меня моя подписчица попросила себе гусей на племя. Вот, я их сейчас отделю, ну, через ограду перекину туда, в сад, пусть пока там погуляют. Когда мы уже уберем основную часть, я их потом переведу в другой сарай отдельно, чтобы они не мешали. Вот, сегодня надо гусей убрать и оставшихся индюков. Сейчас я буду отбирать гусей, а вам приятного просмотра. Я старых гусей, которые у меня были все в прошлом году, я их откинул туда. Тут остался один молодняк. Сейчас я из этого молодняка еще отберу гусочек, которых я передам подписчице. Она прям глиняная, их всего две штуки, которые прям ярко глиняные. У нее еще колодчик такой, и гусочка довольно такая тяжелая. Тоже колодчик такой крупный. Красота. Отобрал, сколько нам нужно было. Так, там две вылетело, там одна старенькая.
и там не знаю сколько их накидал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Там 11 штук, там 2, 13 и там 1, 14. В общем, посмотрим еще сейчас. Вроде бы 10 штук убрал, а стадо так уменьшилось, кажется, вообще мало их осталось. Прям резко как будто это все, что осталось. Вот, не знаю, сколько тут их рубать еще, не считал, но убирать еще есть что. Этот шипзик ходит следом. Вот и дикие гуси отлично себя чувствуют зимой в Сибири. Ладно, не буду их трогать. Пойду управляться. Барсик. Барсик. Кс-кс-кс. Тебе нормально? Ну, спокойной ночи, я пошел. Добрый вечер, дорогие друзья. Что у нас сегодня? Закончили забой гусей. На сегодня только закончили, а на самом деле все только начинается. Устали неимоверно. У меня прям глаза в кучу. Вот, 10 штук мы сегодня с мамой осилили. Начали мы в 12:30 и закончили в 16:30. Ну, на самом деле, на улице уже 9 часов, на улице время 9 часов. Мы закончили с птицами. Сейчас нужно их оборачивать в полиэтиленовую пленку, в пищевую, и убирать, охлаждаться. Вот, ну, прежде чем убрать, я хотел бы их немножечко взвесить и показать, какой вес у наших гусей. Начнем с первого. Ну, я всех не буду взвешивать, а так парочку, тройку штук взвешаю, чтобы примерно вес понять, какой. Сейчас по нулям выставим. Так, все, все у нас по нулям. Ой. Вот, 3600. Я считаю, что это хороший вес. Этот гусь, кстати, он был самый крупный. С потрохами он весил 4600, получается, килограмм потрохов. Вот, давайте возьмем такую маленькую, чтобы примерно знать. Так, сейчас по нулям выставим. Все, все у нас по нулям. Так, поднимаем. 2 килограмма 815 грамм. Это гусочка. Такая хорошенькая, кругленькая, не жирненькая. Давайте вот этого возьмем еще. Так, по нулям выставим. Так, нолики. 4 нолика. 4 нолика. 2 590. Это гусочки. Ну, гусочки такие поменьше, конечно. Ну, давайте еще одного. Так, вот этого давайте возьмем. По ноликам. Три килограмма 195 грамм. 3200 почти. Вот получается средний вес гуся примерно 3 килограмма. Мне кажется, это самый оптимальный вес. Тем более у нас сейчас Новый год скоро. И вот такого гуся с яблоками и с черносливом, да в духовочку или с апельсинами. Представляете, какая вкуснота. Свеженький, деревенский гусь. Вообще вкуснота и объедение. Вот, тут, конечно, не все пойдут на продажу, тут то, что не товарного вида, это останется нам, мы-то все переточим, вот, а что красивое, аккуратное, то завернем и отправим нашим клиентам. Вот, дорогие друзья, таких я гусей вырастил в этом году. В том году, мне кажется, были похуже, в этом году как-то получше. Лишнего жира нет, но тем не менее он имеется подкожный. Это как раз, если его запекать в духовочке, он отдаст весь сок в мясо, и когда вы его будете кушать, оно будет очень вкусное. Вот, ну что ж, дорогие друзья, если видео понравилось, ставьте лайк. Если не понравилось, дизлайк. Пишите комментарий, подписывайтесь на канал. А я вам желаю добра и здоровья. Всем пока и до новых встреч.